суета. Это уже будет суета. Сейчас такое вот. На самом деле, я посмотрел уже фотографии, очень много таких позитивных фоток, да, которые сделаны там на различные носители, различные стили, различный подход. Где-то люди фотографировали мосты, да, где-то строительство мостов, где-то сами на мостах. Вообще мосты и люди – очень актуальная тема, так как это символы не только города Владивостока, Приморского края, но и всего Дальневосточного федерального округа России. Что касается выставки, я думаю, что организаторы попали прям в тему, да, более актуальной темы сегодня для Приморского края, для фотографии, я считаю, не существует. Выставка просто шикарная. Я вообще считаю, что появление таких вот мостов красавцев в нашем городе, она меняет облик. И понимаете, вот ситуация какая? Теперь мне кажется, что вообще дальнейшая архитектура, дальнейшее строительство нашего города должно стремиться к этим мостам. Выставка просто шикарная. Почему? Потому что это взгляд людей на наши мосты. Мост – это коммуникация, и он вошел в жизнь каждой семьи. И я хочу сказать, здесь очень будет тяжело, наверное, судьям выбрать лучше, потому что здесь все фотографии уже лучше. 4 или 5 лет назад я, как, может быть, и значительная часть жителей Приморского края, не верили в то, что такие гигантские объекты, сложные в техническом исполнении, уникальные, входящие там в пятерку или в десятку вантовых мостов в мире, будут построены к саммиту АТЭС. Вот я инженер, машиностроитель, и реально просматривал, что здесь есть очень много проблем. Но получилось так, что и омские строители, которые возводили остров Русский, и наша Тихоокеанская мостостроительная компания практически, ну, на 99% с заданием справились, и прошло менее года с ввода в эксплуатацию, а сейчас это уже мосты стали визитной карточкой и Владивостока, и Приморья. Сколько лет, на самом деле, я работаю, у нас получается так, что есть несколько фотографов, которые снимают официальные там мероприятия. И всегда думаю, что количество у нас фотографов почему-то ограничено. Но я вот сейчас смотрю на фотографии, вижу, что у нас есть много достойных людей, которые могут посоревноваться с нашими специалистами и которые ракурс могут найти и как бы найти момент, вот, запечатлеть то, что миг тот, который как бы потом в историю ушел и нету, а вот он здесь есть. Я сам фотограф-любитель, но я больше анималист, то есть это все-таки звери, это дикая природа. Но хочу сказать, что вот по этим фотографиям, да, я бы не сказал, что это уровень любителей. То это уровень любителя, болеющего за город, да, то есть такого с душой подходящего к фотографии. И фотографии просто роскошные. Поэтому молодцы те, кто участвовал в этом конкурсе. Конкурс просто шикарный. Нужно такие конкурсы проводить чаще. Акция великолепная. Я считаю, что таких акций должно быть больше, потому что кроме мостов, великолепных мостов, которые действительно полюбили жители города Владивостока, есть немало прекрасных мест, любимых горожанами. А то, что сегодня здесь представлены мосты, это действительно, вот знаете, есть такой постулат, город Владивосток, он для каждого свой. Точно так же мосты, они вроде бы одинаковые, они стоят, не меняются во времени, но каждый автор или каждый житель увидел свой мост и свое впечатление, и свое отношение. Но все эти фотографии объединяет одно – любовь к городу Владивостоку, любовь к мостам, любовь к Приморскому краю, любовь к тому месту, где мы живем. Очень красивое место, и оно впечатляет, конечно. И с воды, и с города, и, в общем, когда ты проезжаешь по нему, и когда передвигаешься. И мне бы хотелось, чтобы такая акция, благодаря Прима-Медиа, продолжалась. Давайте выбирать другое интересное место, и пусть жители города те свои любимые места, которые, может быть, кто-то проходит мимо, не замечает, лишний раз обратят на них внимание. Это будет не только нам напоминание, где мы живем, в каком прекрасном городе мы живем, но будет воспитывать патриотизм среди нашего молодого подрастающего поколения.